всем привет, с вами Каиса, и я начинаю проходить вновь Resident Evil Remake в режиме Once Again. Ну, один опасный зомби или бешеный Форест на харде. На челлендж Only Knife, только нож, без оружия самообороны и без керосина. Новая сложность, новый челлендж для меня. Да, за Криса Редфилда. Ну что ж, начинаем. Все, выключаем это. Заходим в столовую. Да, у меня сейчас ножа временно не будет, так как оружие, вот это, ну, бонусное оружие, которое открывается там, ну, когда проходишь игру на время. Так, сейчас к первому зомбаку бежим. И быстро в холл бежим. Бежим в холл теперь. Так. И обратно. Добежали до холла и обратно в тот коридор. Надо сказать, что в отличие от реального выживания, у меня здесь будет автоприцеливание, и ящики будут телепортационные. Но есть и свои минусы. Это бешеный Форест, который будет появляться, ну, в определенных местах. И ломающаяся ручка двери, которая там на 3 раза, по-моему, или на 2 даже. Дверь одна будет неработоспособна. Так что где-то плюсы, где-то минусы. Да, и хочу я еще на 2 фазы с 42-м сыграть. То есть спасти Ричарда надо. Да, чтобы это было, чтобы Ребекка не помогала мне с 42-м. Так, поднимаемся сейчас на 2-й этаж, берем 2-ю траву. И надо взять наконечник. Вот, первая очередная цель. Это взять наконечник и быстро смыться. Так, берем эту траву. Так, убегаем от зомби. Берем стрелу. Так, зомби вышел. Молодец. Оббегаем его. Так, и выходим на 2-й этаж в столовую. Здесь нам ничего не надо. Кстати, здесь пусто. Здесь первое место, где будет Форест носиться. Так, а сейчас мы направляемся на кладбище. Да, чтобы вставить этот наконечник и взять ключ с эмблемой меча. Давайте сразу вынем наконечник, вынимаем его. Да, ножа у меня нету, к сожалению, сейчас пока что. Придется пока так побегать. Так, ну давай, зомби, подходи сюда, урод вонючий. Давай, подходи. Так, оббегаем его. Не, 2-го не надо нам пока сюда. Так, вставляем наконечник. И спускаемся в гробницу. Спускаемся в гробницу, где мы берем ключ с эмблемой меча. Без, я напоминаю, без оружия самообороны играем. И без керосина. То есть вы понимаете, какое это усложнение. Обычный Only Knife я уже прошел, ну, с оружием самообороны и с керосином. А вот теперь... Так, сейчас нужно от зомби убежать нормально, без происшествий. Так, 2-й там вроде стоит еще, не шевелится. Так, зомбик. Был бы у меня сейчас нож, я бы его, конечно, зарезал. Ну давай, иди сюда-то. Ты где там ходишь?
Иди сюда, сволочь. Нужно просто убежать от него сейчас. Ну где он там застрял ты, ё-моё? Зомби, твою мать. Ну наконец-то. Так, убегаем. Убегаем, пока есть время. Так, мы взяли ключ. Ключ-меч, да. Взяли мы ключ-меч. Что нам теперь нужно? Нам нужно... А, давайте мы его все же возьмем, а то я его и не взял еще, получается. Так, берем ключ-меч. Книга... Ну, давайте пока откроем двери. Здесь сразу откроем. Выйдем сюда, да, сейчас будет как раз бешеный форест здесь бегать, в которого нельзя стрелять. Так, он тут, отлично. Так, бегаем, 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 бегаем. Открываем дверь. Статуя нам это не нужна, так что не переживаем насчет этого. Так, куда бы сходить? Ну, давайте на первый этаж спускаться. На кухню надо сходить. Надо бы сходить на кухню. Это как бы надо. Так, откроем здесь дверь. Но там зомби не пускает. Вот в чем проблема. А, и там еще форус может быть ошиваться там. На кухне той самой. Ну, я не знаю. Ножа у меня еще нету пока что. Так, ну что, попробуем прорваться. Попробуем. Ну давайте попробуем, да. Надо взять маленький ключик все-таки. Желательно сразу. Я надеюсь, там еще пока нет Фореста. Хотя, может и есть. Все-таки. Нам нужно выманить того зомбарылого оттуда. Да, и это несколько раз придется делать. Чтобы он меня не покарал только. Так, ну, Фореста никакого нет, а зомбарылы есть. Так. Так, отлично, 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 отлично. Получился этот у меня финт, прошел. Так, и мы на кухню бежим. Бежим на кухню. Здесь у нас тоже будет два зомбарылых. Так, выбрасываем ключ. Я вот думаю, может быть, одному специально отдаться, ну, чтобы пожертвовать ХП, чтобы ему башку срубить, чтобы он мне потом не мешал. Или не отдаваться ему. Вот он валяется здесь. Так, ну ладно. Вот он заходит. Вот здесь он ползает. Давай, давай. Ладно, черт с ним. Зато минус один зомбак. Так, и валим отсюда, все. Валим отсюда. Кстати, не так много ХП он мне снял. До сих пор, если файн у меня. Пусть он лучше там будет один. Вот один он там не мешается. Так, ты идешь? Нет.
Давай, иди сюда. Загоняем его на лесенку, чтобы отбежать его легко. Давай, иди сюда, сволочь. Так, ждем этого чайника. Да, мы взяли маленький ключ, это хорошо. Нам... Что нам нужно сделать? Давай, иди сюда, сволочь. Так, все, убегаем. Убегаем от этого чайника, да. Куда нам теперь нужно? Ну, ключ меча мы выкинули, целесообразно открыв все двери. В Г-образный пойдем, наверное, да. Пойдемте в Г-образный, сходим. Ленту. Вот насчет ленты я не знаю, брать ее или не брать. Даже без понятия, если честно. Ладно, пока, наверное, не будем брать ее. Хотя... Может и стоит взять. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Давайте возьмем, ладно, черт с ней. Так, и направляемся в Г-образный коридор. Или маленьким ключом открыть там дверь какую-нибудь. Я вот думаю. Думаю я. Но какую дверь открыть? Давайте попробуем. Конечно, рискованно, но что поделать? Что поделать? Да. Так, Форест здесь бегает. Ты с какой стороны, чайник? Ага, понятно. Так, заходим сюда. Так, где у нас сейчас зомби? Вот это очень важно. Тут, по-моему, отличие от реального выживания. Ну да, он не так близко находится. Так, он здесь. Давайте на лесенке его отбежим. Пошел ты к черту, зомби. Так, откроем вот эту дверь. Что мне здесь нужно взять? А нужно мне здесь взять ленту. Я ее возьму. Да, никакого... Ни керосин, ни дополнительное оружие. Только лента. Вот что мне здесь нужно. Так, и выходим отсюда. Надо бы в лазарет зайти, не помешало бы. Так, зомби попёрся наверх. Ну и черт с ним. Пусть идет. Это его проблемы. Так, заходим в лазарет. В лазарет. Так, это записка. А, нож здесь у меня. Хорошо, что он здесь. Так, убираем это дерьмо куда-нибудь на середину. Куда-нибудь убираем. Да, ящик у нас бездонный. Куда бы больше, чем в реальном выживании. Так, ну вот на середину положим эту штуку. Надо взять нож. Так, этот пистолет тоже надо туда же куда-нибудь укатить, бесконечный. Я не помню, что это за пистолет. Desert Eagle, по-моему. Вот пусть тут он тоже тут полежит. Так, спрей. Взять ли спрей? Да не думаю, что надо брать спрей, ключ, сходить в раздевалку, в гардероб переодеться. Да, сходим, переоденемся.
Хочу сменить костюм. Так, ленту пока уберем. Пока уберем. Да, и выходим отсюда. Так, зомбик, ты сейчас как будешь идти? А, он сразу идет на второй этаж. Ну, замечательно. Да, здесь второй там находится. Так что я убегаю от вас пока что, ребятки. Так, вот здесь сейчас Форест, который может до инфаркта просто довести меня. Фух, я так и думал, что он прям вот здесь вот стоит и караулит меня. Но хрен наны, Форест. Так, пойдемте на кладбище зомби зарежем. Да, чтобы потом забыть про них. Теперь у меня есть армейский Криса нож, который в несколько раз, наверное, мощнее. Ну, почти в два раза мощнее, чем нож Джилл. Ну, не в два, конечно, раза, может. Полтора. Полтора раза мощнее, наверное. Так, отбегаем. Выманиваем второго чайника. Он идет, отлично. Становимся здесь, берем нож. И сейчас будем их устранять. Да. Их надо устранить по-любому. Просто пошли они к черту. Вот я что думаю. А ну получай. Куда пошел? А ну иди сюда, сволочь. Куда ты уходишь опять, а? Давай сюда, рули сюда. Так, и тебе тоже, чтобы не ходил здесь. Давайте, ребята, сюда все, я здесь. Возьмите меня, а? Ну чё? Так, да падай ты уже, чёрт. Ну сейчас они упадут, я думаю. Давайте, все сюда. Да падай, сволочь. Отлично, один готов. Так, второй, ты идешь сюда? Давай, подходи, хватит мычать там. Черт, еще ходит, гад. Ну давай, иди, сволочь. Отлично, упал. Готов, молодец. Так, ну все, перерезали этих чайников. Забудем про них. Уберем пока нож. Да, и сейчас Г-образный коридор направляемся. Заодно переоденемся, я думаю. Так, в какую одежду переоденусь я? Ну, вряд ли в уличную. Не очень она мне нравится. Так, открываем гардероб и заходим. Никакой кинжал нам здесь не нужен, так что никакой скрип даже вызывать не будем. Так, где моя нормальная одежда? А, это уличная, да? Это не пойдет, Крис, это не пойдет. Это улично. Не. Не хочу даже думать в таком играть. Даже прикалываться не хочется. Давай рабочую форму одевай, Крис. Она мне больше по душе. Да, вот это вот. Так, ну что ж, идемте в Г-образный коридор. Пошлите в Г-образный сходим. Так, никакой кинжал нас не интересует. Ванная комната нам нужна для маленького ключа. Да.
Она нам, конечно же, нужна. Поэтому давайте зайдем в маленькую комнату. Ой, в маленькую ванную комнату. Да, здесь надо быстро взять маленький ключ. Но появится зомбак. Будет проблемка. Ух ты, черт! Да, что-то я протупил как-то. Блин, почему я так протупил? Вот что это такой тупой-то, а? Должен же был быстро брать. Ну а сейчас чего мне делать? Он прям там, небось, стоит, сволочь, и ждет. Ладно, случилось худшее. Ну как худшее? Неприятное, наверное, скорее. Теперь мне этого зомбака надо обходить как-то. Как его обойдешь? Вот этот зомбак, он чайник тупой. Он тупорылый чайник. Так, ну в принципе здесь есть пространство, чтобы его даже оббежать. В принципе. Конечно, порезал бы я его на куски. Так, ну вот он идет. Так, давайте все же зайдем в ванную комнату за маленьким ключом. Но он все равно бы вышел, так что в любом случае берем маленький ключ, старый ключ, он здесь называется, так и выходим. Так, вот где он сейчас стоять будет? Вот вопрос. Но он не прям здесь стоит. Так, заходим сюда, и нам нужно взять химикаты, траву и все. Больше ничего нам не надо здесь. Так, ну давайте возьмем химикаты. И две зеленые и одну красную травы возьмем. Да, я бы порезал, конечно, этого зомбаря. Хоть он и превратился бы в Кримзона. Лишь бы он не вышел в следующий коридор. Вот чего я опасаюсь. Ну давай, иди сюда. Вот здесь его оббежим. Прекрасное для этого место. А он, сволочь, быстро еще и ходит, да? Так, давай, зомбарь, иди сюда. Как ты пойдешь? Так, отлично. Отбежать себя он дал. Так, выходим в этот коридор. Давайте сделаем себе хилку. Так, и нам нужно вот сюда. Здесь тоже зомбарь, но его на лесенке будем отбегать. В принципе, это не так сложно. Ждем его здесь на лесенке. Ну давай, зомбарь, иди сюда. И оббегаем. Давайте зайдем в кладовку. Наверное, сохранюсь даже. Наверное. И завершу серию. Это нам не нужно ничего. Так, да, вот наши вещи. Уберу пока это все. Да, тут еще спрей есть. Это тоже пока уберу. Травы, спрей. Пока уберу. И химикаты уберу пока что.
Давайте возьмем ленту и сделаем сохранение. Здесь у нас еще есть маленький старый ключ, то есть берем этот старый ключ и сохраняемся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока!